Горизонтальный полет, три прямые петли, квадратные и треугольные петли, песочные часы – все это название элементов, которые выполняет самолет, направляемый участником соревнований. Модели взмывают ввысь, а также резко падают, словно сейчас разобьются. Но точные движения спортсмена выравнивают самолет, и вот через мгновение он готов выполнить новую фигуру в небе. Соревнования кордовых пилотажных моделей сравнивают с фигурным катанием. Вообще у нас наш класс – это пилотаж, это как фигурное катание, то есть сугубо субъективное судейство, то есть каждый судья видит по-своему, и поэтому можно, скажем, спортсмен может сделать фигуру лучше, ему поставит меньше оценку, потому что судья так увидел, а другой сделает похуже, ему поставит больше, потому что судье показалось, поэтому, ну, как в фигурном катании, поэтому тут нет таких критерий, в принципе, там, все фигуры сложные достаточно, 12 штук их, нужно выполнить за определенное количество времени. Уложиться в 7 минут, выполнить фигуры чисто – такой была задача для участников всероссийских соревнований по авиамодельному спорту, которые впервые проходили в Сарове в минувшие выходные. Показать свое мастерство в Саров приехали юные и опытные пилоты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Тольятти, Королева, Алексина. Площадку для состязаний гости оценили по достоинству. Я вам честно скажу, это картодром номер один в нашей стране. Да, вот у нас есть картодром в Выборге, в Смоленске. Затем вот сейчас, ну, в Москве, конечно, построили комплекс. Сейчас мы его тоже не видели, еще поедем вот в августе. Но, по крайней мере, вот и у нас в Самаре тоже есть картодром. Ваш картодром лучше по всем техническим характеристикам, по месту расположения, по качеству изготовления, по поверхности, покрытие, все хорошо. Соревнования проходили в три тура. Судьи засчитывали результаты двух лучших туров. По итогу победителем стал Даниил Гарфутдинов из Самарской области. Второе место занял Илья Сахаров из Уфы. А бронзу присудили Дмитрию Архипову из Нижнего Новгорода. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.